теперь это как будто мне специально подсовывают. Я не искал, она сбросилась в глаза. Смотрите, что такое лохотрон. Вот это же, честно, нет, это где снято? В моем саду Леонид Александрович Химеру показывал, всем показывал, вот, несколько фильмов показывал. А теперь смотрим сюда. Что такое лохотрон? Внимание. Саженцы, элитный, и вот слово элитный означает, что там уж где-то у нас на наших просторах, кстати, телефон-то московский, где-то на наших просторах существует элитный сад. А я все по всей территории России, да, включая даже этот юг, я ищу сад, в котором растут вот эти роскошнейшие фотографии, там показываются. Мои, ну, кроме моих, там 10 раз больше, просто, ну, видимо, с Испании, с Италии. Вот. Они якобы растут. Вот где этот сад? А им этот вопрос никто не задает. Если бы его задавали бы, первый, 10 из 10, 100 из 100, уволить бы всех, кого заставляет, ну, имеется в виду сотрудник этого же самого питомника, которому заставляют лапшу вешать. Помните? На что примет, не знаю. Ну, и так далее. Это специалист отвечает. И вот получается, что я прикалываюсь, почему? Внимание! Саженцы абрикоса, маньчжурский фаина. Вот вы понимаете, так совпало. Вот это фаина, но привита на Маньчжуре, да? И худо-бедно что-то у меня получилось. Я этого не хотел. Один из моих принципов – прививать как можно ниже. И когда уже совсем рядом место прививки, это не обратная сторона медали. Я потом еще с этим познакомлю. Как вместо 400-граммовых груш получаются такие – это тоже химера, но я же не могу все сразу за все хвататься. Понял? Вместо 400 граммовых. Вот. Это ладно, чуть позже. Это не обратная сторона медали. Это значит, что как можно ниже прививая, как можно больше насыщенность подвойными качествами. А нам главное, что можно стойкость. Но ради нее можно потерпеть, что плоды в два раза меньше. Я считаю, можно. Нужны вам сырники? Пожалуйста, там в самом конце хотя бы мне обнадежьте. Напишите, конечно, нужны. Потом, правда, обычно никто не это не заказывает. Ну, хотя бы обманите меня. Вот, черенки уже нарезаны. И вот теперь сравним. Маньчжурский фаин. За что человек отдаст 580 рублей. Фотографию они не казистую. Ну, правильно, все знают, что маньчжурский он небольшой, не крупный. Но оба названия, слово маньчжурский и слово фаина, они оба железовские в каком плане? Именно их я раскрутил на всю Россию. До меня знали маньчжурский. Но ведь сколько лет прошло, прежде чем крупнейший абрикосовод написал последнюю строчку в своем последнем докладе. Будем переходить на маньчжурский. Это я ее допек. А фаина, это название я придумал. Значит, что мы имеем? Лохотрон за 580 рублей. И вот получается, мой личный клон фаина пополнил список несуществующих саженцев.